Всем привет! Наша тема сегодня – одежда. Как покупать одежду в России? Какие бывают размеры? И вообще, мы надеваем одежду или одеваем? Обо всем этом вы узнаете прямо сейчас. Мне нечего надеть. Мне нечего надеть. Нечего. Этот свитер мне не нравится. Мне не нравится этот свитер. Мне не нравится этот свитер. Он слишком большой. Он мне велик. Он слишком большой. Нет. Я его не буду надевать. Я не буду его надевать. Не буду. Нет. Эти штаны мне малы. Они мне малы. Я пробовала. Они не застегиваются. Малы. И вообще, на каком языке это написано? Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Как вообще покупать одежду? Ничего не понятно. О, нашла. Видите? Это М-ка. Средний размер и 100% коттон. Это хорошо. Хотя нет. Вроде как у меня как раз М-ка. У меня М-ка, и мне эти штаны не подходят. Они мне не подходят. Они мне малы. Они малы мне. Мне нечего надеть. Нечего. Эта юбка красивая, да. Она красивая, но она мне слишком, слишком велика. Посмотрите. Вот. Посмотрите. Видите? XL. XL. Ну куда это годится, XL? Нет. Юбка кожаная. Непонятно. Искусственная кожа, натуральная кожа. Ничего не понятно. XL мне не подходит. У меня М-ка. XL не подходит. Нечего надеть. Мне нечего надеть. Тоже красивая юбка, да? Смотрим. Видите, опять. Это L-ка. 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 L-ка мне не подходит. У меня М-ка. L-ка не подходит. Нет. Я вообще не знаю, что носить. Вообще не знаю. А это что? Вообще не написано, какой размер. Вообще нет размера. Вот как догадаться, не знаю. Нет размера. Ну хорошо, я одену эту кофту. Хорошо, но штаны мне не подходят. Они слишком велики. Штаны слишком большие. Мне нечего надеть. Не знаю. Что носить, я не знаю. Что мне делать? Нечего надеть. Ладно, пойду так. Пойду так, но мне нужно пальто. Нужна верхняя одежда какая-нибудь. Посмотрим. Не, ну эта куртка мне подходит. Она мне подходит. Здесь 44 размер. 44 размер. Мне подходит. Но она спортивная. Она вообще для того, чтобы на лыжах кататься. Да? Тут вот. Вот для скипаса, например, отделение. Я в ней не пойду. Это для того, чтобы на лыжах кататься. Не, я не пойду. Нет. Так, а это что за куртка? Попробую. Она мне мала. Она мне мала. Посмотрите. Она мне мала. Что такое? А, ну конечно, она для детей. Цифра 5. Для 5-летних детей. А я думала, что я в ней пойду. Мне нечего надеть. Нечего. Я не знаю, что делать. Не знаю. Не знаю. Ну, вроде нормальная куртка. Нет, она мне велика. Она мне велика.
Она очень большая. Ну-ка. А, ну конечно, это же мужская куртка. Посмотрите. Размер 48-50. 48-50 это мужской размер. Опять придется идти в этом пальто. Европейская М-ка, а для США это С-ка. Ну, вроде подходит. Мне вроде подходит. Мой размер. Мне удобно. Мне подходит. А вот теперь самое сложное. Обувь. Эти не подойдут. Они мужские, 40-й размер. Но у меня тоже довольно большая нога, ступня большая. У меня 39-й размер. Вот эти подойдут, 39-й размер. 39-й размер мне подойдет. Но они какие-то некрасивые, не знаю. Мне кажется, они мне не подойдут. Не подойдут. Ну, эти спортивные. И здесь вообще написано 41 размер, но они маломерки. Маломерки. То есть, если перевести на обычный размер, примерно получится 39. Придется в сапогах идти. Эти сапоги мне подойдут. Они на каблуке. 39 размер. Придется сапоги надевать. Мне идет? Мне идет? Подходит? Не подходит? Не идет? Хватит смеяться. Почему-то она мне не подходит. Она, наверное, детская. Ой. Бумбон отвалился. Придется опять в этой шапке идти. Мне идет? Это мне больше подходит? Я думаю, это мне больше подходит. И шарф. Ну, такой платок, скорее. Нормально? Не идет? Но, конечно, это катастрофа. Мне совсем нечего надеть. Совсем нечего. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это видео и для вас была полезная информация. Пожалуйста, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и пока-пока!